Александр Лукашенко направил приветствие участникам 20-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии. «Молодечно 2021» пройдет 11-13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Глава государства пожелал участникам форума творческого вдохновения, конкурсантам ярких выступлений, а гостям незабываемых впечатлений от встречи с высоким искусством. Владимир Макей посетит Москву и проведет переговоры с руководителем МИД РФ. Главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Визит намечен на 17-18 июня. ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД велосипедистами и водителями мотоциклов. Акция продлится до конца недели. В это время пройдут рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта. Служба 115 запускает новый проект «Звонки будет принимать робот». Заявить о проблеме можно любым удобным способом – по короткому номеру, через сайт или с помощью мобильного приложения. Пока самым популярным видом связи остается телефон, но интернет-пользователей становится все больше. В Могилевской области выпускникам 11 классов вручили 394 медали. Из них 31 серебро, остальное золото. Всего в регионе со школой попрощались свыше 5500 старшеклассников. Свидетельство об общем базовом образовании с отличием получили 513 девятиклассников.